ჯანდაბაში წავიდნენ სოსები. ეგენი ჯერ კიდევ ერთი კვირისი გაიყვანეს სოსებმა. თავ რომელიმე მათგანი დამაჭარინა თუ დედა არ მოუხნა. Мы сейчас до утра хотя бы обрундит. Чего? И кто? Да ты сам кто, а? На мою землю прешь? Оккупант. На твою землю, а? Твоя земля за хребтом в Северной Осетии. Развяжи мне руки, а! Помолчи, грузин. А то еще раз по башке получишь, лопатой. Слушай меня. Ты вообще знаешь, что весь регион грузинскими войсками контролируется? Мой напарник знает, где меня искать. Вот вернется, увидит завал и всю роту сюда притащит меня вытаскивать. А тебе потом точно не позавидую.
Если кто-то должен отсюда убраться, так это точно вы. Осетины. Земля, видите ли, ихняя. Но здесь в 18 веке вообще не было. Послушай, грузин, тут мой дед родился. Мой отец, я, мои дети. Мне некуда отсюда. Убираться — это моя родина. Запомни это. Айрт, а моя бабушка в Китае родилась. Там же и похоронена вместе с дедом. Не подскажешь, какую провинцию Китая грузинской землей объявить? Я пить хочу. Чего смотришь? Или развяжи мне руки, или помоги воду выпить. Повезло тебе, что я не стреляю в старику. Хотя за лопату стоило бы тебя наказать. Жрать охота. Как думаешь, каких из них мы жрату найдем, а, старик? Эй, грузин, у этих кладовых свои хозяева есть, и они вернутся сюда. Не смей трогать, слушай, это мародерство! Понял? Вот ты проклят. Ну, и цикавля вертикаса. Ну, нахер, амбеби, а? Хозяин что, учителем музыки был? Или танцев? А каким песням он своих учеников учил? У вас что, свои песни есть? И то осетинские танцы грузины придумали. Старик, от голода не умрем.
И от недостатка воды тоже. Чего ты так на меня смотришь? Все равно здесь никто не вернется. Садись. Угощаю. Вернуться. Обязательно вернуться. И будут жить на своей земле. Пусть на разрушенной, но на своей. У нас нет другой родины. И никому не удастся нас выгнать отсюда. Запомни это, грузин. А никто вас отсюда выгонять не собирается. Просто какого хрена понаставили везде посты и огородились колючей проволокой? Чтоб грузин не упускать, да? Для чего этот маскарад? Чтобы угодить своим северным хозяевам. Вот почему. Да ты вообще задумался. Если еще думать можешь, почему мы захотели отделиться от вас, а? Не потому ли, что тот тогда, в начале 90-х, заявил, что Грузия только для грузин, и начал выгонять всех людей других национальностей с места работы, со своих домов. И начал вообще считать нас всех второстепенным народом. А? Возомнили себя независимыми. Так своими руками начали разрушать свою же страну. Не своими руками, а с братской помощью русских. Те, кто гонял невинных людей, включая самых грузинов, были агентами спецслужб. Они специально травили людей друг против друга. Вам что, непонятно, что они вас использовали? И продолжают использовать, чтобы наказать Грузию. Грузины были нашими старшими братьями. А так? А когда между братьями происходит ссора, то всегда виноват старший. Это по кавказским обычаям. Это так. Потому что старший мудрее. Не надо сваливать все ваши неудачи на других. Так только слабо поступает. А сильный пытается понять свои ошибки, признать. Эй, старик, ты чего? Старик! Ты чего? Эй! Эй! Старик! Старик! Ты ще не стык, ты лига могли. Лида, да? Эй! Сейчас. Ава? Эй, эй! Не пугай меня, эй! Thank you.
Вообще, как здесь очутился? От хорошей жизни. Надоело на ваши фейерверки смотреть. Вот и спустился в подвал для разнообразия. Где твоя жена? Дети? С каких это пор грузинам стало интересно, где мы живем, где наши дети, жены? Чем дышим? Слушай, старик, я не по своей воле к тебе в подвал пришел. Но раз так получилось, хочу узнать, как живет обыкновенный человек, пусть даже враг. Но если тебе противно с грузином общаться, то и разговора не получится. Подождем, пока мой напарник откопает меня. И разойдемся. Садайся, Чимисан. Его только за смертью посылай. Я в велосипедах спец, старик. Это девичий велосипед. Видишь, рамы нет. Мне в детстве одна девочка нравилась. У нее
Точно такой же велосипед был. И вот я ей всегда чинил. Вернется девочка, спросит, кто починил. Да и ответишь. Знаешь, грузинский враг. И она обрадуется. Взрослые ссорятся. А дети страдают. С детства хотел сестренку иметь. Гулять с ней. Ее. Оберегать от мальчишек. Но не получилось. Мне было 7, когда мама умерла. И остались вдвоем с отцом. Он примерно того же возраста, что и ты. Какие-то таблетки пьешь? Сердце. Подерживай до поры до времени. Своя семья у тебя есть? Все. Ты же не так уж молодой. Сколько тебе лет? 32. 32. От моему уже 38. Тоже не женат. Говорит, времени нет. И любви пока не нашел. А где он найдет? Все время в своем батальоне.
одинаковые, молодые. Совсем о родителях не думайте. И вы, родители одинаковые. Слушаю тебя, как будто мой отец говорит. Жизнь такая пошла. Какая такая? Неспокойная. Тут не то, что семью прокормить. Сам еле концы с концами сводишь. Ребенку сколько чего нужно. Жену надо где-то сводить. Прикупить ее что-нибудь. А где деньги? Деньги. Какие деньги? Не прав ты, Саша. Не прав. Ты когда-нибудь видел, как птички гнездо вьют? Твою полную на месте. Вот и ты точно так должен свою семью создавать вместе с женой. Для своего и будущего, и для своего ребенка. Вместо того, чтобы убивать друг друга, вы еще подумали о чем-нибудь хорошем. Лучше бы подумали по продолжению рода. Выпьем за продолжение рода. Вкусное вино. Не думал, что Васильевна такое хорошее вино делает. Это мое вино. Я его делал. Мы что, в твоем подвале? Да. Извини, старый. Я замок поменяю. За твои мозолистые руки. Живи 100 лет. А вы мочусь. Хочешь, я тебе расскажу, как я это вино делаю? Давай. Выбираю
солнечный день. Иду на рынок. Сперва обхожу всех продавцов. Если вижу, что продавец неразговорчивый, грубый, у него виноград не покупаю. Но! А вот когда найду подходящего продавца, у которого глаза светятся, который улыбается, вот у него начинаю выбирать каждую кровь по отдельности. Приношу это домой и жду. Ну, если в тот день процесс не получился, а складываю на другое-то. Вот как только почувствую, вот начинаю вот этими руками каждую гроздь выжимать. Да. Понимаешь, главное, и на деле расположенность души. Душа должна петь. Раз передавали по телевизору, что первыми виноделами были грузины. Это правда. Да, я был горд. Не имеет значения кто. Главное, что это были мои кавказцы. Ну вот. И мы не имеем права терять качество. Мы должны держать качество. Что портить вино, да-да, это то же самое, что предать родину. Запомни это. Хорошо, говорит старик. Давай выпьем за вино. Когда мне было 15 лет, я поехал к другу в деревню. И там за столом один старик сказал тост. Я желаю мира в каждой семье и душевного спокойствия. Потому что беспокойный человек становится злым и жестоким. Тогда ни хрена не понял. Но сейчас понимаю. С душевного спокойствия человек не человек. Давай выпьем за душевное спокойствие и за мир в каждой семье. А? Говори. Давай. Ты отзыв? Да. Сейчас ты скажи что-нибудь. Да, чего тут говорить? Я любовь. Пришел, увидел, влюбился, победил. В моем случае просто пришел. Почему? Что пришел, а не увидел? Не увидел, но... Что? Подойти не смог. Почему?
Красивая она очень. Все ребята за ней бегают. А меня вообще не замечают. Стройки работу. Она журналистом в местной газете. И вот в один прекрасный день подходит ко мне молодая девочка с микрофоном и спрашивает, где она может видеть Саура Блио. Хочет взять интервью, как у передовика производства. Да. Я на него посмотрел. Я остолбенел. Сразу влюбился. Потом я узнал, где она работает, и начал каждый день ходить к ней на работу. Она меня не подпускала близко. Да, каждый день я ходил сюда, целый год. Вот сколько мне пришлось драться за нее с ее кавалерами. И вот так ходил каждый день. С фонарями, цветами. И вот в один прекрасный день она согласилась пойти со мной в кино. Понимаешь ли, последний ряд. Через месяц мы поженились. Я засыпью. По-настоящему любишь. Будь настырей. Не отступай. Ты знаешь, девочка любит. Да? Они точно чувствуют, знаешь. Где настоящая любовь, а где фальшь. Будь настырней. Дерзай. Ощущение, что мы специально попали в подвал, чтобы по душам поговорить. Я хочу выпить за отца, за тебя. За моего отца. Но ты не знаешь, где твой сын. И мой отец не знает, где я. Мертвый я, живой. Я даже на расстоянии его чувствую. Я люблю его. Очень люблю. И знаешь, о чем я жалею? Что больше времени не проводил с ним. Неужели нужно быть заточенным в темный подвал, чтобы понять это? Сацу.
Дядь Зал, тебе что, плохо? Не, нормально. Нормально. Хаза. Слушай. Я хочу выпить за твоего отца. Видно, что он хороший человек. Раз воспитал такого сына, как ты. Ты, наверное, заметил, что я очень часто употребляю слово «кавказец». Под этим словом я подразумеваю и народы Кавказа, единую нацию. Ну, вот посмотри на нас. На ингушей, на грузин, на чеченцев, на осетин, на абхазцев. У нас же все одинаковое. Обычаи, традиции, танцы, музыка, отношение к старшим, к женщинам, к детям. Так почему мы не можем найти общего языка, а? Потому что мы стали похожи на русских. На американцев, на европейцев. Нация, потерявшая свои корни, свою историю, обречена на погибель. За единый Кавказ. За наших предков. Подожди. Какой кавказец забудет поднять тост за семью, а? За отцовыми уже пили. Дед Зава. Да. Я хочу выпить за твою жену, за которой ты целый год бегал. И в синяках ходил. По велосипеду видно, что у тебя есть дочь. Дай Бог, чтобы они вернулись домой. России на стройке обыкновенным рабочим. Звонит мне мой двоюродный брат и просит, чтобы я срочно вернулся домой. Я приезжаю в Цхинвал. Прихожу домой.
вижу свою 15-летнюю дочь, лежащую в гробу. Это было 19 мая. Какие-то грузинские выродки ворвались ко мне домой. Думали, раз я работаю в России, значит, дома есть деньги и драгоценности. Моя жена была у соседки, дочь была одна дома. Ее пытали. Хотели узнать, где деньги и драгоценности. Короче, не узнал ничего, ни ее. Зарезали, как животные. Через год от горя умерла моя жена. И вот остались мы одни. Я и мой сын. Вот так мы, Саша. Слушай, дед Заур. Иди сюда. Это мой сын.
Если останусь в живых, клянусь Богом, письмо передам. Останешься. Обязательно останешься. Этого подвала есть второй выход. Мои соседи садили его за ненадобностью. Пойдемте, покажу. Пойдем. Куда, Алан? В Цхинвал, к отцу. Алан, а ты уверен, что твой отец будет дома? Отец больной человек. Он не мог далеко уйти. Прочтешь это письмо, меня не будет уже живых. Прости за эту проклятую болезнь, каждый день приближавшую меня к расставанию с тобой. Я хочу, чтобы ты знал, я тебя так сильно люблю, что не могу описать то, что я сейчас переживаю. Я никогда не говорил тебе об этом. Стеснялся. Думал, женское это дело. В любви признаваться. Как я жалею об этом сейчас. Сынок, мы с тобой вместе прожили 38 лет. За эти годы мы пережили многое. Если бы не ты, я бы не смог перенести ту трагедию, что случилось с нашей семьей. Я горжусь тобой. Горжусь, что после такой душевной раны ты сумел остаться человеком. Я хочу рассказать тебе кое о чем. Во время бомбежек я прятался в подвале, где со мной вместе волей случая оказался грузинский солдат. Павший в наш дом снаряд завалил вход, и мы не могли выбраться. Я только сейчас понимаю, что Всевышний перед тем, как забрать меня к себе, устроил мне последнюю проверку. И знаешь, я рад. Я рад этому. Представляешь, общение с этим грузином снова сделало меня счастливым и вернуло веру в то, что наши народы могут, даже обязаны жить вместе. Я понял, главное, сынок. Несмотря на разногласия между нами, у нас душа одна. Душа, которая может быть только у кавказца, сына высоких гор. Нас можно рассорить, но развести никогда. Ладно, сынок. У меня к тебе последняя просьба. Поклянись душами родных, что как о своем брате будешь заботиться о грузине, который передаст тебе это письмо.
зовут его Зас. Его дома ждет отец, такой же старый, как и я. Времена сейчас сам знаешь какие. Если он попадет в плен или того хуже его убьют, отец этого не переживет, сынок. Целую тебя и обнимаю крепко-крепко. Твой вечно любящий отец. Thank you.